Сегодня мы поговорим о гвоздезабивном пистолете Тоува, который я недавно тестировал. Этот инструмент стал моим верным помощником в работах по дому. Сразу же хочу отметить, что его удобство и функциональность поразили меня с первых минут использования. Итак, давайте углубимся в детали и выясним, почему он стоит вашего внимания. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот гвоздезабивной пистолет – его компактные размеры и продуманный дизайн. С весом всего в 4,3 кг и размерами 375 на 335 на 110 мм он идеально лежит в руке, а благодаря подвесу на ремень, который можно повернуть на 180 градусов, инструмент удобно использовать как левой, так и правой рукой. На рукоятке расположен индикатор заряда аккумулятора, который своевременно предупредит о необходимости подзарядки, что очень удобно в процессе работы. Кейс из ударопрочного пластика надежно защитит пистолет во время транспортировки и хранения. Прорезиненная рукоятка и мягкая подкладка под запястье делают работу максимально комфортной. А полизащитный кожух на магазине предотвращает попадание строительного мусора в механизмы, что продлевает срок службы инструмента. И помни, под видео ты найдешь ссылки на магазины, где можно приобрести этот пистолет, а также специальный промокод для скидки, который я для тебя подготовил. Не упусти свой шанс получить качественный инструмент по выгодной цене. Гвоздезабивной пистолет, о котором я хочу тебе рассказать, является отличным выбором для различных монтажных работ. Он прекрасно подходит не только для общестроительного монтажа к бетону, металлу или кирпичу, но и идеален для электромонтажа, включая установку пластиковых клипс, кабель-каналов и распаечных коробок. Одной из ключевых особенностей этого инструмента является его узкий ствол, который служит прижимным механизмом и защищает от случайных выстрелов. Это делает его особенно безопасным в использовании и обеспечивает точность при работе с мелкими деталями. Кроме того, регулировка заглубления гвоздя позволяет работать с материалами, склонными к раскалыванию, такими как пластик, без риска их повреждения. Этот пистолет работает при широком диапазоне температур от минус 15 градусов до плюс 50 градусов Цельсия и не требует смазки, благодаря использованию специальной смеси сжиженного газа и лубриканта. Его мощность достаточна, чтобы надежно прибивать профнастил к стальным балкам, что делает его незаменимым помощником в строительстве. Простота эксплуатации также на высоте. Инструмент не требует предварительных навыков и оснащен бесключевой регулировкой заглубления гвоздя. Быстросъемный магазин и два литий-ион аккумулятора в комплекте позволяют работать длительное время без перерыва на подзарядку, с возможностью забивать до 8000 гвоздей. Это действительно мощный и универсальный инструмент, который облегчит любые строительные задачи. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Ствол быстро разбивает. Плюсы. Очень удобно. Быстро работает. Облегчает процесс крепления. Простота монтажа. Не сильно тяжелый. Ствол для электромонтажа. Расходники недорогие. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, где тебя ждут ссылки на магазины и эксклюзивный скидочный промокод. Твое мнение о модели очень важно для меня, поэтому делись впечатлениями в комментариях. Если тебе понравился обзор и ты хочешь увидеть больше, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя в новых видео. До скорой встречи!